Всем привет! Новая посылка из Ухани, в которой пришел маленький переходник, который из любого абсолютно телефона, который не имеет ЭКО-порта, но на Android либо на iOS, может сделать пульт для переключения передач, там, допустим, включения-выключения техники. В общем, как это работает, смотрим до конца. Все ссылки будут в описании. Качественно запаковали. Один единственный нюанс. Штекер 3,5. Можно на моем телефоне проверить только лишь при помощи самого обычного переходника. А так выглядит это следующим образом. Довольно качественный светодиод, трехполосный переходник для джека 3.5, не четырехполосный, а именно трех. Как будет работать, посмотрим. Ссылка на данное изделие будет в описании. Всем, кому было интересно, подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья. Всем пока. Как называется? Заза. Тасагоу. Ну, короче, на китайском хуй поймешь, да? Вот так выглядит, да? Заебись. А ну, попикайте мне этой красной штукой. Ну что, он действительно работает. Чем вы мочите? Ну да, и хорошо светит.